Новое изображение Samsung Galaxy S10. Ресурс EJEC Phone опубликовал следующие концепт-арты новой линейки смартфонов Samsung Galaxy S10, которые были созданы на базе имеющейся в сети информации, опираясь на данные, полученные с уже готовых чехлов для этих смартфонов. По предварительным данным, анонс новых смартфонов состоится на ежегодной выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне в конце февраля уже наступившего года. Источники спорят о том, сколько в итоге версий Samsung Galaxy S10 нам предложат. Кто-то говорит, что их будет 3, кто-то утверждает, что с учетом версии, которая будет работать в сетях 5-го поколения, а также младшей с плоским экраном, их будет 4. Костяк, конечно же, составит похожие во всем, кроме диагонали изогнутых по бокам дисплеев, Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus. Возможно, они также будут отличаться количеством модулей в основной камере, однако есть и такое предположение, согласно которому основные камеры у них будут идентичны. Фронтальная камера, которая врезана в активную область экрана, будет одинарной или сдвоенной, в зависимости от версии. Дактилоскопический датчик у Samsung Galaxy S10 будет располагаться под поверхностью экрана.